А вот еще одно письмо из Нижнего Новгорода от Максима Борисовича Чиркова. Добрый день, Олег Анатольевич. Спасибо вам за видеоролики об архитектуре и планировке домов. Особенно за проект «Доктор Хаус», в котором вы помогаете людям сэкономить деньги и построить удобное жилье. У меня семья из 3 человек. Ребенку 2,5 года. Купили участок 15 соток в Нижегородской области. Планируем строить новый дом примерно 10 на 10 метров в один этаж плюс мансардный. На участке планируем гараж на 2 автомобиля, баню, хозблок. Как вы рекомендовали, сделали веранду с печью, барбекю с видом на лес. К участку уже подведены газ, электричество и вода. Так как строительство дома буду освещать на весь мир, на моем YouTube-канале «Дом в деревне». Вот его YouTube-канал. Хотелось, чтобы дом был спроектирован правильно, и он не стал плохим примером для миллионов людей. Конечно, хотелось бы встретиться с вами лично, но сейчас получил травму колена. Готовлюсь к операции. Ерунда, прорвемся. Поэтому обращаюсь к вам за помощью в письме. На основе ваших рекомендаций я начал проектировать свой будущий дом и участок. Нарисовал классическую схему, которую вы рисовали 1000 раз, расположив ее по сторонам света. Итоговый вариант стал очень похож на проект, который вы делали для Джафара. И тут ссылка на этот фильм, да? У него участок очень похож на мой по размерам, расположению, направлению света. Мне очень понравился не только планировка дома, но и расположение дома на участке. Однако все равно остаются вопросы, которые я хочу вам задать. Ссылка на видеообзор моего участка. Олег, добрый день. Это видео записываю специально для вас, потому что собираюсь в ближайшее время к вам обратиться за советом, за помощью. Сейчас я приехал на свой участок, где планирую строить дом в следующем году. И нужна ваша помощь. Сейчас буду участок показывать, чтобы был понятен масштаб трагедии. Сейчас время 11 часов утра. Я нахожусь на участке. Солнечный день. Вот такое вот расположение участка. Стоит бытовка на участке. Мой автомобиль, я приехал. Там вот располагаются соседи за забором. Задняя сторона – это граница леса. Наш туалет. Здесь уже граница участка пошла. Соседи с этого слева еще не построились. И что-то они запустили участок, давно не приезжали. Вот такая дорога хорошая, вот там асфальт. Асфальт здесь, наверное, метров 120, такого, ну, грунтовка. И вот участок. Участок находится, ну, наверное, в 10 метрах от дороги его начала, вот около этого столба. То есть тут можно еще площадочку сделать. То есть у нас юг вот четко там, по диагонали, под 45 градусов. Ну, вот я сейчас стою на середине участка. Сейчас солнце низкое еще, ну, утро. К тому же скоро декабрь. Поэтому от леса, наверное, половина участка по диагонали вот так вот в тени. То есть вот эта вот полутень такая создается. Вот там еще более-менее солнечный участочек есть. Вот такой вид на лес. Солнце пробивается. Летом, конечно, солнышко будет высоко, и такой тени, наверное, здесь не будет. Вот. Там где-то вот за деревьями граница участка, вот за этой сосной, где-то там. Ну вот здесь справа, где идет соседский забор, вот можно примерно поймать границу. Но вот где-то еще метр будет столб угловой. И вот так вот пошел. Вот этот уголок леса даже на нашей территории находится. То есть здесь, наверное, логичнее сделать как раз какую-то зону барбекю, чтобы здесь вот в тенечке, потому что такой вот покров осенний остался. То есть здесь всегда там листва, красиво. Вот такой вид на лес. Поговорил с администрацией, сказали, что 10 соток бесплатно еще вот здесь можно взять, в этом лесу. Я там любитель животноводства, всяких кроликов, возможно, как раз там мы и будем это все дело содержать. Вот такой вот у нас участок. Сейчас я вернусь на улицу,
туда. Ну и первый вопрос, это, конечно, по посадке дома на участок. Напрашивается мне следующая схема. Ну, так как въезд автомобиля с этой стороны и вот эта северная сторона, то логичнее было бы вот здесь как раз сделать гараж. Сделать гараж и дом уже посадить примерно посередине участка. Потому что вот это такой солнечный кусок земли. Лучше его, наверное, сохранить. Вот мои вопросы. Расположение дома на участке сделал так, чтобы дом не контактировал с гаражом, но из-за этого дом находится посередине, съедается солнечная сторона участка. Быть может, на 3-5 метров прижать дом влево к гаражу. Территория перед въездом из гаража и перед домом будет иногда освещаться солнцем. Вот. Ну, в общем, здесь очень хороший участок у Максима. Вот. Но все-таки, я думаю, немножко сделать по-другому. Ну, вот сейчас, опять же, сейчас я позвоню Максиму. Максим, сейчас удобно говорить, да? Да, да. Ну, в общем, смотри, сейчас я под камеру это буду все рисовать и рассказывать, да? В принципе, схема очень хорошая, ты нарисовал. Ну вот, единственное, чтобы я, конечно, сейчас у тебя большой участок, и у тебя желание его плотно заполнить, там, как можно больше строений сделать. Вот я думаю, все-таки давай попробуем мы... сделать, сблокировать гараж и с домом. Там, я понимаю, там у тебя могут быть опасения, что газы пойдут в дом от гаража. Ну да. Вот, поэтому смотри, что я предлагаю, что можно и нужно сделать. Сейчас я вот нарисовал схемку, вот так. Все-таки... сделать вот такую тему. Вот у тебя здесь сейчас 30 на 50, да. Ну, я сейчас вот пока условно взял там 3 метра от забора и 6 метров по ширине, может быть, там больше будет, там 7,2, я не знаю, там какие у тебя машины. Вот, ну, вот сейчас пока взял 6 метров, потом 2 метра сделал такой блок проходной, то есть можно войти, то есть, ну, ты хотел войти по центру в дом, но сейчас я предлагаю, давай попробуем сделать, войти сухо, да. Ну, идеология такая, ты въезжаешь на машине, вот, и проходишь в буферную зону, там, где там... И с авоськами проходишь под лестницей, там, если это вот мы делаем двухэтажный дом, под лестницей проходишь и закидываешь продукты на кухню напрямую, то есть не по улице, а по этому самому, по уже в тепле. Здесь же там скинул там ватник, там сапоги, там грязную одежду. Вот эта буферная зона, она будет вход в дом, да, и она будет проходная, чтобы можно было, опять же, из дома через эту буферную зону выйти на улицу. То есть не на улицу, а уже на сам участок. Да, 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 то есть это такая проходная будет тема. Вот. И в торце гаража сделать уже топочную. Вот, но это где-то 3 на 2, это 6 метров квадратных, это более чем для котла, ну, для небольшого дома. И 3 на 2, это может быть там, вот, опять же, сквозной проход там, для техники, для сарая, там, для чего угодно. Вот, и дом сам, тело дома сделать... Проходим под лестницей, здесь у нас прямой ход кухня, столовая, вот, ну, это вот схема, которую ты нарисовал, которую я рисовал там 1000 раз, да, и гостиная, то есть это раскрытие на участок. И у нас тут еще получается
10 метров до соседа. Вот. И делаем палисадник перед домом 6 метров. То есть, ну, 6 метров гараж и 6 метров... Вот. Да. Ну, там еще там гостевые машины могут встать. Там, да. И у тебя там шикарно еще это вот... дорога, и от дороги до забора тоже там метров 5-6 у тебя, да? Да, то есть дом хорошо сидит в глубине. Вот, это вот хорошая схема, и идеально у тебя просто по сторонам света, то есть у тебя сейчас на север у тебя будет гараж, там это буферная зона, лестница, и солнечная сторона у тебя будет утро. То есть у тебя весь день там будет дом освещен. И, ну вот, единственное, что вот я летнюю посадку делаю ближе к этому, к кухне, вот сюда. Ну, почти по центру будет. Ну, или там, ну посмотрим там еще, да, будем рисовать фасады, и там все это решим. Вот, хорошая здесь получается это гостевая комната бабушки, дедушки, вот. Здесь вошли под лестницей, разделись, и санузел будет, опять же, светлый. Вот тут вот, да? Вот, и у нас еще тут, то есть мы не занимаем входной группой солнечную сторону. То есть еще порисуем. Нет, нет, смотри, сейчас, ну, сейчас это... Нет, 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 нет. Сейчас просто я рисую под камеру, да, и тебе это все перешлю, и ты все это увидишь и поймешь. То есть здесь все нормально, да. То есть вот у нас все хорошо. Здесь вот окна, санузел освещенные, но будет гардероб темный, да. Но это не смертельно. Но мы вошли там, разделись и прошли в санузел. Вот. Ну и тут еще и даже постирочное хорошее, светлое получается. Вот. Кухня с окном на тоже здесь хороший получается кусок земли, сада, огорода там с красивыми деревьями, цветами. Вот. И тут все эти палисадники, вот. А уже все эти вот там кролики и прочие радости жизни, это уже будет... Нет, здесь вот, здесь получается, по сути дела, сейчас 30 на 30, у тебя чистый совершенно участок, да, там, где там ты сделаешь все свои эти... Вот, и... То есть у нас... мы освобождаем участок для всех строений. Вот, это вот первый вариант, и, в принципе... Вот так вот, да, и второй этаж, по лестнице поднимаемся наверх, вот здесь, может быть, сейчас я прямо на этом же плане, я рисую это вот блок твой с супругой, где там, может быть, гардеробная, там свой санузел, или там один санузел там на, сейчас у вас один ребенок, а там второй, третий, я не знаю там как у вас получится. Ну вот две детские спальни будут на вечернее солнце, а ваша будет на в сторону леса. Да, понятно. Вот такая вот тема. И опять же здесь вот из спальни можно сделать над летней посадкой свою крытую террасу, там вечерний кофе, там красиво посидеть. Вот, но это вот версия одна, которую вот ты предложил, я просто ее дополнил этим блоком с гаражами, с гаражом. То есть здесь в чем плюс, это то, что вот такой замкнутый блок, не нужно будет там ходить бесконечно от машины там. Да. То есть вот все это вот в одном блоке. Ну так единственное там расчистить снег там, чтобы выехать из машин, выехать с этого, ну, тут даже одних ворот хватит, вот так. Вот, и здесь калитка красивая. А вот это все у вас будет вот такой вот, все эти ваши красивости, там, розы, мимозы, гортензии, спреи, не знаю, столько
красивых растений, все это может быть здесь. И далеко 10 метров до соседа. Вот эта версия одна, первая. Что бы я предложил? Вот сейчас я написал, что в своем письме, что порвал мениск. Вот. Вот, значит, с операцией не спеши, вот, попробуй вылечить без операции, как это сделал я, вот, что много, вот. Но это всегда, просто три укола, и у меня сейчас я спокойно хожу. Но опять же, это была пытка ужасная ходить по лестницам, поэтому давай все-таки попробуем еще такой вариант, потому что все мы ходим под Богом, да? Вот, сегодня одно колено порвал, завтра второе. Вот, что я предлагаю сделать? Давай все-таки попробуем, здесь у тебя хороший участок протяженный, давай все-таки попробуем сделать дом одноэтажный. Ну смотри, вот что, вот я прямо на этом же я рисую, вот у нас гараж, гараж остается тогда, вот блок проходной, здесь 4, так, сейчас, 6 и 4, вот так, то есть в сторону соседа. Мы делаем 4, 6, 4. Вот. И вот этот вот 2 метра здесь так, проходная зона. И вот мы делаем 6 на 6, гостиная общая. Здесь сразу же мы заходим кухня в сторону сада. Вот. И здесь вот у нас получается санузел, спальня одна. Спальня вторая и спальня третья со своим санузлом. То есть вот такая тема. То есть все в один этаж. То есть мы здесь добавляем блок 1, 4 на 10. И никаких издевательств над собой не будет. То есть это... Ну, это более комфортная история, тем более у тебя очень хороший протяженный участок. Собственно, посмотри этот вот наш фильм. Здесь получается до соседа у нас... До соседа здесь получается 4, 6 метров. Вот. Ну, немножко там больше фундаментов, да, и, но зато это вот все это будет движение по горизонтали, и очень хорошо сядет фасад. Вот, но опять же, можно войти сухо, там, при желании, там, можно, опять же, сделать и осевую композицию, войти по центру. Тоже это может быть тема вот такая, да, вот там. Ну, это надо уже рисовать, и летняя посадка, то есть красивая осевая композиция дома. Такая получится усадьба-усадьба. Ну, это давай так попробуем, да. То есть это вот на этом одноэтажном варианте можно сделать два варианта, даже больше. Вот, но все у нас спальни получаются освещены солнцем, гостиная раскрыта на участок, вот, и тут уже там, ну, великолепно все получается, осевая композиция, там, в сторону леса там какие-то у тебя появятся строения, то есть красивая композиция у тебя получится, вот так вот. Вот. Ну, вот таких вот три варианта можно сделать, двухэтажный. Вот. Но опять же, если есть возможность сделать одноэтажный дом, давай все-таки сделаем одноэтажный дом. Мне вот тоже больше нравится, вот такая американская тема, там земля-то дешевая, и
Нет. Вот ты там такая, ну вот опять же там вспомнить эту нижегородскую архитектуру. Там, вот там, в принципе, в центре можно сделать там вот эту часть, там, где у нас здесь можно сделать антресольный этаж там, с лестницей. Вот. Такой дом с мезонином. Это такое вот будет там эти дома, ну, в стиле Гороховец, там, да, вот такая вот все-таки наши скрепы. Вот, это можно тему деревянного дома, там, даже если сделать из газобетона и обшить там блокхаусом, вот, это будет смотреться здорово. Вот, и... Ну да, вот в деревне делать вот эти двухэтажные монстры, да, там, тем более, когда земля есть, и там все-таки меньше риска с лестницей, там, да, вот. Ладно, было бы 6 соток, я бы там сделал бы все-таки этот вот одноэтажный дом с мансардным этажом. А тут просто шикарнейший участок, и все. Хорошо садится. Вот так вот, дорогой друг. Вот сейчас я это все смонтирую, там выложу, смотри, там и порисуем. Здесь вот тема очень хорошая этого дома, великолепный. Вот. Ну мы же с тобой будем снимать фильм многосерийный. Вот. Так что вот все, давай. Это первая серия нашего фильма «Дом в Нижегородской губернии». То есть вот такая вот совершенно классная будет история. Вот. Ну там во вторник, я думаю, выложим. Какой-то вот такой вот дом будет и... Вот. Каретная. Вот. И здесь хорошо, все равно вот свободно сидит. Вот сейчас я нарисовал, там, да, свободно. То есть сидит дом. Фальцевая кровля. А кто у тебя будет строить дом? Нет, мне надо этот самый, потому что ко мне постоянно обращаются заказчики, кого вы рекомендуете. Нет, у меня уже строитель есть, он уже ждет проект, у него все там бригады, уже все на готове. Ну вот смотри, вот да, здесь вот такая должна быть солидарность этих застройщиков. Вот, и я надеюсь, ты будешь снимать, как будет строиться дом. И... И рекомендации строителей, потому что, ну вот там мне из Череповца говорит, а кого вы порекомендуете? Я не знаю, кто там на Урале кого порекомендовать. В Питере знаю, кого рекомендовать. В Москве там партнеры там строят все эти дома. Вот, так что вот, работаем. Ну вот такой вот будет классный дом. Все, пока, до встречи. Выздоравливай. Пока. Хорошо, спасибо. Пока.